Hello guys, my name is K-Boss, and today we're just gonna be talking today, alright? So, I wanted to tell you guys, that my friend TV Games, and if you're here TV Games, I'm gonna speak to you in Russian right now. 3, 2, 1. TV Games, я сейчас тебе говорю, пожалуйста, я видел, что ты иногда меня копируешь на мои YouTube видео, конечно. Ну, я хочу тебе сказать, что это YouTube Guidelines, это правило знурашить, это нельзя. Это... Извините, если моё русское плохое, но я хочу сказать тебе, что мои видео, я видел, что ты иногда копируешь, что я делаю на YouTube канале. И я говорю, что, пожалуйста, делай сами YouTube видео. Я не злюсь, я хочу, чтобы у тебя очень хороший канал был, но я просто тебе говорю, что копировать мой канал это неправильно. Я хочу, чтобы ты это слушал. И я хочу, чтобы ты знал, что ты очень хороший друг, и мы можем играть. Я не злюсь на тебя, я просто тебе говорю, что это просто неправильно. Если ты это не делаешь, извините, что я говорю, но... Я просто хочу сказать, если у вас идеи это есть, пожалуйста, не делайте, потому что это плохая идея. Ютуберы другие не будут любить, и просто не делайте. Русский мой такой плохой, вообще. Сори. И вот. Ну, просто на мои слова ты не злись, это... Я правильно говорю. Просто хочу, чтобы тебя осторожно были, и тебя никто не любил. Я хочу, чтобы тебя вьюеры очень много были, как у меня. Ну, просто не копируй, пожалуйста. Это не очень хорошо. Если ты слышишь меня, слово мои знал. Это хорошая идея, чтобы не делать. И я хочу, чтобы у тебя очень хороший канал был. Других людей не делай. Я знаю, что ты уже золотой рэнк. Я тебя очень горжусь. Ты очень хорошо играешь в Клон Армии теперь. Я помню, когда ты только что начинал. Это очень хорошо было. И вот. Я просто этот маленький ролик сделал, чтобы... Сказать тебе, что пожалуйста, больше это не делайте. Ну, если, как всегда, если вы не делаете это, извините, что я это говорю вообще, но я просто думал так, просто говорил тебе. Ну, и вот. У меня только одни анонсменты сегодня. Спасибо. Всем пока.